Давненько мне не снился этот сон. Так ты сны смотришь, Марикава? Ой, простите. В последнее время мне снится одно и то же. Меня зовут Кокуна Марикава. Живу вместе с папой, который круглые сутки копается в машинах. Ты уже сходил к маме на могилу? Еще нет. 2020 год. До Олимпийских игр 3 дня. Кокона? Везет же. Хотела бы и я в Токио поступить. Хоть в лепешку расшибись, не сможешь. Но в последнее лето заурядной школьной жизни случилось нечто. С самого утра сон переплетается с явью. Интересно, что натворил папа? Один за другим складываются кусочки пазла под пологом сна. Морё? Ты чего? Чтобы выяснить истину, она спит. Папа! По ту сторону дрёмы скрывается моя неизвестная история. На силе своих чувств человек и в небо воспарит. Кокуне, прыгай! Спящая принцесса. Посплю-ка я немножко. Только лапать меня не вздумай. Да сдалась ты мне.